Маринованные крылышки в духовке с картошечкой и овощами. Очень простой рецепт, готовится за минуту, не требует абсолютно никакого внимания. Легко и просто. Если вы хотите узнать, как такое вкусное блюдо приготовить, смотрите это видео до конца. Настоящие крылышки, как будто бы на костре, на мангальчике. Объединение. Крылышки я предварительно замариную. Для маринада я буду использовать острый перец чили хлопьями, сушеный помидорчик, черный перчик, кориандр, сушеный имбирь, свежий имбирь, чесночок, горчицу и майонез. И соль. Соевый соус. Немножко. Раз. Немножко. Перчик чили я попробовал. Обалденный, вкусный. Приятно его кушать, но положу его чуть-чуть. А вот сушеные помидоры, это, конечно, вещь. Вот столько. Так. Имбирчик. Горчица. Майонезик. Соевый соус. Посолить. Имбирь и чеснок я потер на терочку. Обязательно нужно попробовать. Прекрасно, мне нравится. Чтоб понравилось моим друзьям. Друзья, если вам понравились мои крылышки, ставьте огромные лайки и подписывайтесь на мой канал «Вкуснее, чем дома». Крылышки будут мариноваться, пока я буду готовить картошечку. Если есть желание, их можно оставить даже на ночь. Снимай быстро. Как и всегда, я готовлю блюдо очень быстро и легко. Сегодня я буду использовать картошечку, морковочку и любой фрукт или овощ, какой есть в запасе. Сегодня у меня в запасе вот такая айва. У меня ее осталось совсем чуть-чуть, я ее уже порезал. Для того, чтобы овощи одновременно приготовились, главное правильно их порезать. Морковка намного тверже и готовится дольше. Поэтому в этот раз я порежу ее маленькими кусочками, чтобы морковка одновременно приготовилась с картошечкой и айвой. Так. Чесночок я просто вот так слегка раздавил, и этого будет достаточно. Картошечку мне сегодня хочется порезать красивыми продолговатыми ломтиками. Вот такими. Тоже небольшими. Набор пряностей самый простой. Мускатный орех. Черный перчик. Зерна кориандра. Чтоб понравилось моим друзьям. Солька. Класс! Мускатик прекрасно сюда заходит. Очень хорошо. Вот здесь осталось немного соуса от маринада, в котором мариновались крылышки. Я его высыпаю сюда. Крылышки уже замариновались. Я их одел на две вот такие шпажки, чтобы их было удобно переворачивать. И укладываю сверху на овощи. Эх, красота! Легко, быстро, вообще идеально. Духовку я разогрел до максимальной температуры и ставлю это все в духовку. Все, рецепт готов, ждем, когда приготовится. Да, все прекрасно приготовилось, легко и быстро. А вот эту штучку. Мягкие. Друзья, если вам понравилось это вкусное видео, ставьте вот такие огромные-огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня – это самое спокойное место.